Всем здравствуйте! Хочу записать для вас распаковку новой модели, которая к нам недавно пришла. Модель под названием Xiaomi Redrise. Та самая модель, которая на многочисленных форумах, на площадках новостных мелькала и говорилось о том, что модель стоит $130 в Китае. Нам эта модель досталась, естественно, не по такой цене, потому что $130 это внутрикитайская цена и можно купить с официального сайта только при наличии китайского аккаунта. Что-то такое я читал в интернете. Для обычных людей в Украине данная модель будет стоить порядка 130 плюс $100. То есть, ну, может быть, чуточку меньше. Тем не менее, модель перед вами. Модель очень нашумела в интернете. Вот такая вот у нее коробка. Ну и вот, собственно, сама модель. Модель имеет 4,7 дюймов дисплей, IPS матрица, закаленное стекло. Вот такого формата данная модель. Выпускаются эти модели в самых разнообразных цветах. Вот эта задняя крышка, она бывает и красная, и зеленая, и черная. Какие только там белые, естественно, тоже могут быть, какие только хочешь. Значит, спереди у нас три таких стильных сенсорных кнопки. Слева направо это меню «Домой-назад». Есть у нас датчики приближения, датчики освещенности. Вот здесь они. Фронтальная камера, звуковой динамик. Сверху у нас только разъем под наушники. С этого бока у нас качелька громкости и кнопка включения и выключения. Также есть защелка для ногтя, чтобы вскрывать эту крышку заднюю. Снизу у нас есть разъем для зарядки и подключения к компьютеру, микрофон само собой. С этого бока нету ничего. Сзади модель имеет такую матовую крышку, выполненную из пластика. Есть решетка под динамик, есть интересная дырочка. Скорее всего, это шумоподавление. Есть камера, есть вспышка и есть логотип Mi. Значит, под крышкой у нас у смартфона есть две сим-карты стандартных, больших. Работает смартфон с microSD-карточками. Один аккумулятор у нас в комплекте поставляется. Аккумулятор у нас, давайте посмотрим, на 2000 мАч. Видно или не видно, не могу понять. Видно. Вот такая вот информация у нас есть под аккумулятором. То есть стандартные GSM и TD CDMA карточки. Значит, комплект у нас, давайте рассмотрим какой. Значит, тут есть USB кабель для подключения к компьютеру, тут есть зарядка. Зарядка еще, которая требует переходника под наши розетки. Есть вот такой вот конверт. Что в конверте? В конверте инструкции от производителя. В принципе, дальше идет вот такая вот интересная конструкция картона. Китайская, естественно. Ну и в принципе больше ничего. Какие мои впечатления о данной модели? Если честно, показался, что корпус такой немножко дешевенький. Вот эти вот рамки вокруг экрана по сколько тут 4-5 мм. Ну, для меня это уже прошлый век. В принципе, модель стоит не $130, как это в Китае, и новостные все площадки говорят об этом. Посмотрим, что у нас внутри в полном обзоре, чем сможет похвастаться данная модель и стоит ли вообще заказывать данную модель у нас, либо в Китае. Спасибо за внимание, всего доброго!